Уважаемые господа министры, уважаемые мои коллеги, руководители крупнейших энергетических компаний, как России, так и наших партнеров из-за рубежа, дамы и господа, дорогие друзья, я хотел сказать слова благодарности за те поздравления, которые прозвучали в наш адрес, но я остановлюсь на мысли о том, что сегодня мы отмечаем 20-летие новейшей истории нашей отрасли, потому что именно в ноябре 1991 года образовался концерн «Ургипас Урайка Галым Нефть», который дал начало формированию компании «Лукойл». И когда вот сейчас господин Шохин говорил, период ноябрь 1991 года, это очень сложный период для нашей страны был. В августе произошли события трагические, которые де факто приостановили деятельность Советского Союза, де юре он еще существовал. Уже в ноябре организовалось правительство, которое возглавил Гайдар, где господин Шохин был вице-премьером правительства. Господин Ельцин уже управлял страной, и в декабре были подписаны документы о практически самороспуске Советского Союза. И вот в этот сложный период времени мы смогли убедить и господина Ельцина, и господина Бурбулиса, который в то время возглавлял правительство, и чтобы они приняли решение. И решение было принято о создании нашей компании. И тогда, в 1991 году, перед российскими нефтяной и газовой индустрией остро встал вопрос, по какому пути развития пойти? Сохранить ли государственную монополию, защитив системообразующие отрасли от внешних и внутренних кризисных и гарантировать всей экономике стране спокойное, стабильное развитие. Или создать конкурентный внутренний рынок и дать возможность ТЭКу развиваться на основе его законов. На мой взгляд, обе концепции развития имели право на жизнь. Действительно, государственная естественная монополия «Газпром» стала одной из ведущих мировых компаний в газовой сфере. Но в 1991 году, когда я руководил министерством, и теперь, спустя два десятилетия, я глубоко убежден, что для развития нефтяной промышленности был избран верный путь. Нам удалось сохранить отрасль, создав настоящую конкурентную среду. Следом за «Лукойлом» были образованы «Роснефть», «Татнефть», «Башнефть», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть», «ЮКОС», «ТНК» и много других компаний. Конкуренция между предприятиями с различными формами собственности явилась стимулом успешного развития и одновременно мотором нефтяной промышленности. Наша отрасль стала сильной, устойчивой и к перепадам мировых цен на сырье. Если мы вспоминаем 90-е годы, то когда цена нефти на баррель была $9, то нефтяная промышленность не только сама развивалась и дала возможность развить и параллельные отрасли. Это и нефтепереработку, это нефтехимию, это розничный бизнес. И тогда на нас легла ответственность за обеспечение всего рынка, стабильное обеспечение всего рынка нефтепродуктами. И мы с этой задачей справились. Сегодня мы много говорим об интеграции. В частности, на пространстве бывшего Советского Союза вектор единения заданий в начале 90-х годов вновь образованными нефтегазовыми предприятиями был, на мой взгляд, не менее сильным, чем вектор разобщения, рожденный в результате распада Советского Союза. Логика этого движения была очень проста. Людям любой страны для нормальной жизни раньше всего нужны еда, тепло и возможность передвигаться. Все это можно обеспечить только с помощью нормально функционирующего топливо-энергетического комплекса. Мне представляется символичным то, что еще 20 лет назад понятие интеграции вошло в название первых предприятий ТЭК, начавших собирать по частям распавшуюся огромную хозяйственную систему. Они получили название вертикально интегрированных нефтяных компаний.
Слово «интеграция» для них, для этих компаний, стало синонимом слова «ответственность». Не только за свою отрасль, но и за свое государство. Эти процессы происходили во всех государствах бывшего Советского Союза. Мы начали активно развивать нефтепереработку. Тяжело вспоминать, в каком бедственном положении пребывали нефтеперерабатывающие заводы в начале 90-х годов. А сейчас продукцию нашей компании и продукции всех наших коллег в Российской Федерации практически полностью соответствует не только параметрам нового технического регламента, но и всем международным стандартам качества. Мы стали внедрять передовые технологии разработки месторождения, создавать современные сети автозаправочных станций. Мы сумели наверстать упущенные и выйти на уровни добычи конца 80-х, начала 90-х годов. Свободный рынок способствовал расширению и бизнеса, и географии деловой активности. Мы первыми из своих коллег вышли на рынки государств бывшего Советского Союза, а затем и в другие страны Европы и Азии. Позже по этому пути пошли и наши коллеги. Сегодня помимо России, российские предприятия успешно работают и в Казахстане, и в Узбекистане, в Азербайджане, Украине, Белоруссии, во многих странах Европы и США. Оценивая два десятилетия работы нефтяников в новой России, я понимаю, что в этой естественной бизнес-экспансии была заложена своего рода знаковая миссия. Вместе с другими компаниями нам удалось построить на пространстве СНГ и за его пределами своего рода новое сообщество, скрепленное самым мощным цементом, общими экономическими интересами, в самом востребованном и жизненно важном секторе топливно-энергетического комплекса. Кто знает, может быть, это энергетическое сотрудничество, созданное в течение 20 лет, и есть тот самый экономический базис, на котором в дальнейшем могут выстраиваться интеграционные политические конструкции. К сожалению, зачастую на пути к общему экономическому пространству стоят не только границы государств, но и национальные законы. Причем некоторые из них затрудняют деятельность даже национальных компаний. Трудно, например, объяснить логику и идеологию статей отечественного закона о недрах, который закрывает доступ к морским месторождениям для негосударственных предприятий. Разве это справедливо, когда в других странах российские компании открыто и эффективно работают по освоению шельфа, а собственный потенциал страны до конца не осваивается? И это необходимо. Я уверен, что положение закона о недрах, касающееся допуска к морским месторождениям, устарели и мешают развитию и государства, и отрасли. Должна быть создана конкурентная среда. Для эффективной разработки трудноизвлекаемых запасов, для стимулирования инвестиций необходимо и совершенствование системы налогообложения. Требует, на мой взгляд, пересмотра и общий подход к соглашениям о разделе продукции. Здравая идея не должна вечно оставаться заложницей ошибок 90-х годов, когда многие параметры заключенных соглашений были не до конца продуманы и проработаны. Есть немало законодательных барьеров, мешающих интеграции других государств. Есть над чем нам всем вместе поработать. Недавно я написал и опубликовал книгу. Она называется «Нефть России». Она о людях, нашей профессии, на разных этапах исторического развития отрасли, о времени и пространстве нефтяной промышленности страны, о тех, кто стоял у истоков российской нефтедобычи, о тех, у кого я учился, о тех, с кем работал и работаю. Вы сможете взять ее в холле нашей конференции. Если мне доведется написать в ближайшие годы еще одну книгу, я, возможно, назову ее «Энергетика Земли». Наш мир стал теснее. Кто-то называет это глобализацией, кто-то международным разделением труда. Суть одна. Экономика любой страны больше не может работать самостоятельно, в отрыве от экономики других стран. Никто никогда больше не сможет вывесить железный занавес, замкнуться в своем мирке,
отгородиться от проблем остальных стран. Если, конечно, он хочет развиваться и желает благополучия собственному народу. Это значит, что следующие 20 лет нам все больше придется думать и говорить об интеграции. Мы видим, как сегодня гиганты мировой энергетики охотно создают альянсы и совместные предприятия, как с российскими компаниями. И только в этих альянсах, в этих консорциумах залог будущих успехов энергетики, поскольку колоссальные финансовые и технологические затраты необходимы для освоения сложно построенных месторождений в сложно доступных регионах. Конкуренции между транснациональными альянсами и на территории России, и Евразии, и во всем мире такова, по моему убеждению, модель нового энергетического уровня 21 века. И победа в ней будет за теми, кто уже сегодня мыслит категориями энергетики Земли, категориями следующего уровня интеграции во имя обеспечения глобальной энергетической безопасности на благо населения, живущего на нашей планете. И я в заключение хочу поблагодарить вас всех за то, что вы приняли приглашение и присутствуете сегодня на этой конференции, которая позволит нам уже в секциях более детально обменяться и мнениями, и проблемами, обсудить их и найти пути их решения. Благодарю за внимание.